Как таковой оттепели еще не было. Тем не менее, возле 16-го дома по улице Космонавта входить небезопасно. Как видите, над подъездами нависли огромные сосульки. И сейчас возникает вопрос, из-за чего они образовались? Снег-то, тепло уходит через где-то. Изоляция плохая, напишу. Как вы поняли, проблема в утеплении крыши дома. Вы скажете, что это мелочь. Но ведь именно из-за этой мелочи люди сейчас рискуют своим здоровьем и своей жизнью. В свое время в нашем государстве вышел закон, по которому все учебные заведения должны быть обнесены забором. Подобное ограждение появилось вокруг 12-й школы. Тем не менее, как видите, пройти здесь может без труда даже взрослый человек. Ну, так дети, наверное, балуются, так кто больше может. У нас дети такие воспитанные. Как вы поняли, сетка рабица для нашего человека не преграда. И мелочь эта должна быть более конкретной. Эту контейнерную площадку, которая находится на улице Нефтяников, 37, мы вам уже показывали. Напомню, проблема была в ее запущенном состоянии. Не так давно здесь появилась новая конструкция и появились, конечно же, изменения. Баки, которыми пользуются жители многоквартирных домов, пустые. Чего не скажешь о том месте, которым пользуется бизнес. Какие изменения? Вот как оно было, так оно и осталось все. Вот этот бардак, он так и остался. Вот как вот сделали вот это, все... Все, вот как засыпали, вот так оно все и стоит здесь. Что с этой стороны, что с той стороны. Все вот так и стоит. Мы не поленились и обошли контейнерную площадку. Картина ничем не лучше. И говорит это о том, что мелочь-то до конца нерешенная.